Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Амбраксол. Амбраксол выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – амбраксологидрохлорид. Относится к группе бензиламинов. Применяется амбраксол у детей и взрослых при острых хронических заболеваниях дыхательной системы, которые сопровождаются затрудненным отхождением вязкой мокроты, например, при бронхите, ларингите, трахеите и так далее. Также он показан при респираторном дистресс-синдроме новорожденных или взрослых при шоковом легком. Применяется данное лекарство для лечения или предупреждения легочных осложнений после операций, также для ухода за трахеостомой. Кроме того, амбраксол назначают в период подготовки к исследованию бронхов. Взрослым пациентам, а также детям старше 12 лет, данное лекарство назначают внутрь по 30 мг 2 раза в день, а при необходимости 3 раза в день после еды. При обострении хронических болезней дозу разрешено повысить до 60 мг 2 раза в день. Амбраксол нельзя применять при аллергии на компоненты данного лекарства. С осторожностью амбраксол применяется во втором-третьем триместрах периода беременности, язвенной болезни или эрозиях желудка 12-перстной кишки. Нельзя комбинировать амбраксол с противокашлевыми фармацевтическими средствами, так как они затрудняют выведение мокроты. Его не следует принимать людям, имеющим непереносимость галактозы, дефицит лактазы. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.